Акция прошла на площади возле Дома культуры «Дагомыс». С детьми работали аниматоры, играли с ребятами в подвижные игры. Другие могли попробовать себя в сладких мастер-классах, учились украшать пряники. Ну а взрослым, это многодетные мамы, вручали продуктовые наборы. Сегодня присутствует здесь около 50 семей. Деток, конечно, побольше, потому что в каждой семье от 3 до 9 детей. Семьи получили продовольственную помощь, народные обеды. То есть мы являемся как филиалом «Кубанская семья». И фонд продовольствия «Русь» предоставил нам народные обеды, там 5 видов крупы и бутылочка масла. Такая помощь крайне необходима, говорят сами многодетные, особенно в преддверии нового учебного года. Сегодня первоклашкам также в рамках акции подарили наборы канцтоваров. Я являюсь мамой, вдовой 4 деток и очень рада за то, что проходят в нашем городе такие мероприятия, как бы. Мы пытаемся их сами устроить для наших многодетных семей, чтобы нам стало полегче. Организация, которая провела акцию, достаточно молодая. Зарегистрирована полгода назад, но уже отметилась целым рядом мероприятий. Сегодня эта организация входит в Союз многодетных семей страны.